Сейчас специалисты выясняют, имело ли зараженное животное контакт с людьми и их домашними питомцами. Состояние заболеваемости бешенством в Московской области очень непростое. Вот в 2014 году 105 случаев заболевания бешенством было среди животных. И два случая среди домашних животных. Специалисты Роспотребнадзора и ветеринарной службы обращаются ко всем владельцам домашних любимцев зарегистрировать своих питомцев. Это позволит быстрее и качественнее провести все необходимые профилактические мероприятия. Это единственное заболевание, которое заканчивается летальным исходом. Это бешенство у людей и у животных точно так же. Но если человек заболевает, никакого лечения не существует. Причем инкубационный период, то есть от момента укуса до проявления и до, к сожалению, летального исхода, может проходить до года. Это очень часто, но есть случаи, которые даже до 5 лет. Специалисты призывают ни в коем случае не приносить домой животных с улицы. В случае контакта с зараженным животным следует немедленно обратиться в поликлинику или травмпункт. Людям, проживающим в деревнях Машково, Зенина, Торбеева и Лукьяновка, специалисты советуют быть особенно внимательными. Эти населенные пункты объявлены зоной опасности.